Welcome to the talk today, my dear friends from all over the world. Добро пожаловать на нашу встречу сегодня, мои дорогие друзья со всех концов света. Namaste from India and Happy New Year. Приветствую вас из Индии, поздравляю всех с Новым годом. I wanted to talk to you some very, very interesting clinical indication of some very, very interesting remedies. Что я хотела сделать сегодня, это показать вам очень важные, очень интересные клинические указания на определенный ряд препаратов. And I hope that although these are just clinical tips, they might be useful in your clinical practice. И поскольку это клиническая информация из клинического опыта, я надеюсь, что это будет вам очень полезно, вы можете сразу этим воспользоваться в своей практике. So the first remedy I'm going to talk to you today about is the remedy Saccharum officinale or Saccharum albis. Первый препарат, о котором я сегодня буду говорить, это Saccharum officinale или же в сокращении Sac-Alb. As you can see, it belongs to the Poaceae family. Как вы видите, он относится к семейству Poaceae. Now here I want to tell you that this is a very important remedy in many, many difficult children's cases. И я хочу вам сказать, что это очень важный препарат во многих случаях детей. Especially in children where you are thinking it is either tuberculinum. Особенно в тех случаях, когда вы считаете, что, возможно, это случай туберкулинума. Or they look a little bit like phosphorus. Или если ребенок кажется вам похожим на фосфор. Or a little bit like calcarea carb. Или, возможно, он кажется вам калькарией карбоникой. Then it can be a very, very interesting kind of combination for this remedy, Saccharum albis. И у нас могут встретиться очень интересные комбинации, очень интересные сочетания для этого препарата с сахаром. Saccharum albis has a very important keynote of very, very clinging state. И очень важный ключевой симптом – это то, что ребенок все время жмется к кому-то, все время старается прижаться к кому-то. They are also who like to be caressed a lot. И это те дети, которые любят, чтобы их гладили. They often have a compulsive kind of disorder to keep eating constantly. И очень часто у этих детей следующий симптом, у них совершенно неконтролируемое желание постоянно есть. Они все время едят. They have a constant desire to be sympathized, to given sympathy and consolation. У них постоянно присутствует желание, чтобы их утешали, чтобы их ласкали. This almost reminds one of phosphorus and pulsatilla. Это очень похоже на фосфор и пульсатиллу. They can be very, very restless, like tuberculinum. Они могут быть очень беспокойными, очень похоже на то, что делает туберкулинум. And this restlessness is a little bit, especially after sweets. И очень часто это беспокойство возникает после сладкого. And they constantly want to be rocked. Rocking ameliorates them a lot. И им все время хочется, чтобы их качали, потому что когда их качают, укачивают, им от этого становится лучше. There is a lot of violence inside them, and especially when they are fasting or they don't eat something for a long time, they can be violent. И они могут быть достаточно гневливыми, даже яростными, особенно если они голодные, они не переносят голода. In fact, they can even hit people in anger, especially when they are fasting. Они даже могут ударить, в гневе ударить кого-то по-настоящему, особенно если они голодные. Especially in children's cases, who are being given too much of sugar, sweets and chocolates from childhood. И это характерно особенно для тех детей, кому в детстве дают слишком много сладкого, слишком много конфет, шоколада. It's especially very, very fat, bloated, large-limbed children who are a little bit like calcarea, where they look. И внешне это могут быть дети, которые очень похожи на калькарею. Это такие
толстые, такие раздутые дети с большими конечностями. And they can be very cross, peevish, irritable and capricious. И это дети, которые могут быть очень гневливыми, сердитыми, ноющими, очень капризными. And they want kind of dainty things, tidbits, and especially all snacky items. И это дети, которые все время хотят что-то жевать, какие-то перекусы, какие-то маленькие кусочки. And especially in difficult cases of autism and behavioral disorder. И очень часто это могут быть случаи аутизма и каких-то поведенческих проблем. I would look at giving this remedy in 200 C potency, one dose every month. И я обычно делаю назначение этого препарата в потенции 200 один раз каждый месяц. And gradually taper it down. But this is a very interesting remedy. И постепенно проблемы уходят. Ну, я повторюсь, это невероятно интересный препарат. There is a lot more to talk about, but I want to invite all of you for our course that we are starting very, very soon, and I want to invite all of you. Конечно, об этом препарате можно продолжать говорить до бесконечности, но не сегодня. Сегодня я просто приглашаю вас присоединиться к нашему курсу, который очень скоро начнется. And I invite all of you to join us. Я приглашаю вас всех присоединиться к нам. Namaste from India. Мой привет вам, горячий привет из Индии.